Всем привет подписчикам канала Охотника Нет, а также нашим постоянным слушателям. Сегодня у нас в обзоре компрессор 2,2 кВт высокого давления. Этот компрессор отличный вариант для накачки PSP-винтовок и непосредственно баллонов. Поскольку его мощность позволяет и производительность накачивать баллоны до 9 литров довольно быстро, мы сегодня вот вам расскажем, как его запустить. Значит, что мы имеем в комплекте? Компрессор имеет две ступени охлаждения. Это большой встроенный вентилятор, который находится внутри корпуса, и водяное охлаждение. Для этого у нас есть специальная водяная помпа. Вот сейчас мы покажем. Она находится в ведре, уже с водой подключена через прозрачные шланги. Один шланг поставляет воду непосредственно по замкнутой системе, вода проходит, охлаждая двигатель, и выходит обратно в емкость. Что касается розеток, сразу хочу предупредить, что у этого компрессора розетки не российские. То есть вам потребуется два переходника под водяную помпу, которую, также повторюсь, она идет в комплекте, и для самого компрессора. Все компрессоры для того, чтобы масло, которое в него залито, не вылилось при транспортировке, оснащены вот таким винтом, который наглухо держит мотор, и масло не выливается. Вот мы его оставляем здесь. И также в комплекте идет вот такой пластиковый сапун, на котором написано oil, то есть масло. Мы его вкручиваем руками аккуратно. Вот, ну и собственно так плотно, но не совсем сильно. Компрессор наш готов к работе. Здесь на конце шланга мы накрутили дополнительный осушитель, он в комплекте не идет. Вот, но рекомендуем его использование для отсечения лишней влаги, особенно это актуально для накачки PSP-винтовок, потому что, чтобы эту влагу потом оттуда удалить, придется разбирать резервуар. На многих винтовках это очень трудное достаточно занятие, долго, и без специального мастера вам не обойтись. Что касается самого компрессора, его вначале нужно немножко предзапустить, то есть сразу накачивать баллон или винтовку не рекомендуется, поэтому мы его сейчас просто включим. Он поработает где-то минут 5, нагреется до необходимой температуры, и тогда уже, соответственно, мы сможем им пользоваться по полной. Такие компрессоры достаточно недорогие относительно своих конкурентов, и с успехом продаются в Охотника.нет. Вы можете всегда его заказать, они в наличии.